Очередной коммунальный скандал в Петропавловске. Компании, занимающиеся вывозом мусора, устроили себе затяжные новогодние каникулы. Такое предположение жители областного центра озвучивают в социальных сетях. И действительно, во дворах многоэтажек царит настоящее свинство, причем уже больше недели. Анастасия Дроняк расскажет. Такую проблему в большинстве дворов петропавловских многоэтажек жители областного центра наблюдают с первых дней Нового года. С приходом морозов мусороуборочную технику едва ли встретишь на улицах города. Горы ТБО разрастаются с каждым днем все больше, но мусорную проблему, похоже, не торопятся решать. Мусорные баки переполнены. Люди вынуждены оставлять отходы, где придется. Жильцы благоустроек негодуют. Такой пейзаж они наблюдают не первый день. После Нового года еще ни разу не вывозилась, по крайней мере. Как с Нового года каждый день выбрасываю мусор, хожу, и каждый день вот такая ситуация, свинство. Я не думаю, что все люди не платят за мусор. Да у нас тут сплошное безобразие. Это не одного дня мусорка, несколько дней. Это антисанитария. Собаки, кошки, голуби разносят гадость. Это просто-напросто непонятно, почему. Почему мы деньги платим? Приходят платежки постоянно. А почему нету порядка? Почему нет порядка, рассказали в городском отделе ЖКХ. Как оказалось, всего по городу вывозом ТБО занимаются 4 коммунальных предприятия. В их арсенале всего 22 единицы старой мусороуборочной техники. Машины то и дело выходят из строя, а ремонтировать их зачастую не на что. Не говоря уже об обновлении спецтранспорта. В связи с погодными условиями у нас у одной из предприятий сломалась техника в количестве 2 единицы. На сегодняшний день ведутся ремонтные работы. И после проведения всех работ уже техника будет работать в штатном режиме. У нас уже на протяжении 5 лет тариф не поднимался. Также по предприятию, у которого техника на данный момент сломалась, имеется задолженность со стороны жителей в размере 5 миллионов тенге. Соответственно, лишних денег у предприятий нет для обновления техники и для ремонта. К слову, мусорная проблема будоражит горожан не первый месяц. Осенью жители частного сектора взбунтовались против коммунальщиков и закидали их жалобами. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск.